такой, это сложно, да, это сейчас. Я бы синий цвет не приписывал бы сегодняшнему небу. Ну, он там будет, даже вот в этом всем есть, особенно в коричневом, в стволах деревьев всегда присутствует вот немного синего, он усиливает коричневый цвет. Некоторые художники этим фокусом пользуются. А где сам холст будет стоять? Вот здесь. Ну, это большой холст. В принципе, такие холсты делаются в студии, конечно. Листика 4 взял с собой на природу маленький. Да, то есть вот сейчас многие просто берут маленькие такие картоны, и задача, ну, на самом деле нужно плясать от задачи. То есть если задача стоит передать только впечатление, то есть вот ты идешь, можно вообще без ничего выйти, прогуляться по лесу, впитать в себя это, а потом прийти в студию и, в принципе, излить это на холст. То есть так раньше и рисовали, до появления красок в тюбиках. То есть изобретение тюбиков, это, ну как, из области изобретений, таких как стиральная машинка, пылесос, то есть которые позволили художникам взять тюбик и уйти на природу. Потому что картина, написанная на природе, она будет иметь больше энергии, больше пространства. То есть это состояние, которое переживается как, ну, такое вдохновенное, потому что природа... самый большой вдохновитель наш. А вот, допустим, если я вот...